Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада осознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Включен режим полива. Айзек, хорошо, что ты цел. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Я видел. Оно огромное. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Это дверь на продовольственный склад, но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулы, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Мне нужно радоваться, что с Хэммондом все окей, но я ему не доверяю. Он что-то скрывает от нас об обелиске.
восточной теплице обнаружена растительная аномалия. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина.
исполняющий обязанности главного инженера Темпл. Запись. Я пришел сюда за доктором Элизабет Кросс, но не нашел ее. Тут вообще никого нету. Лишь это органическое дерьмо повсюду. Попробую посмотреть на рудной платформе. Это единственное место, где я еще не был. Зона невесомости. Зона гравитации. Отсек гидропоники, доктор Кросс, запись. Что-то нанесло сильный удар по корпусу в районе продовольственного склада. Это не астероид, не тот звук. Не знаю, что-то большое и массивное. Я сообщу, когда выясню больше. Yeah.
I
Замена питающей системы. В отсеке переработки воздуха замечен токсин. Ремонтная бригада извещена. Зона невесомости.
Зона гравитации.
Где ты? Помоги мне. Продувка вентиляционной системы. Восстановление уровней кислорода и азота. Продуктовый склад открыт. Гидропонники, доктор Кросс, запись. Я не могу поверить в то, что вижу. Это безумие. Полное безумие. Я отправляюсь к крутой платформе. Слышала, что туда направились все выжившие. Джейк, я буду ждать тебя там. Неизвестный антиген ведет в фильтрационную систему. Подействовал. Он все еще дышит. Иди и прикончи его, пока он не заразил весь корабль. Зона невесомости. Thank you.
Отлично. Хэммонд, ты слышишь? Уровень кислорода возвращается в норму. Черт! Опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. У меня есть идея, как убраться с корабля. Я обнаружил аварийный маяк на рудной платформе. Если ты сможешь спуститься и включить его, мы пошлем сигнал бедствия. Черт, не знаю, сколько еще выдержит эта дверь. Зона гравитации. Revolution will be live.